Я читал, говорят, про то, что круг занимает где-то минут 30. Честно говоря, мы едем очень медленно, вот сейчас 2 часа 5 минут. Даже 2 часа 7 минут. Welcome to the Coca-Cola London Eye. Please be aware that the London Eye may stop briefly during your ride to allow wheelchair users and other guests to board. Итак, мы почти на самом верху колеса обозрения. Что интересно, в верхнем положении кабина не висит, как при посадке, а стоит на колесе. Здесь кабина не висит, в принципе, но вот с ними рядом, которая видна, будет понятно. То есть здесь есть колеса, по которым она, в общем-то, и переворачивается и фиксируется. Ну, грубо говоря, вон у нее такие рельсы, да, есть. Ее... И она аккуратненько по этим рельсам большой едет. Большой обруч, и она вокруг них как бы поворачивается вот так вот. Внизу Темза. И вот панорама города. Самое удивительное, что мы поднялись уже. Ну вот соседняя кабинка рядом с нами, она еще чуть выше нас. Мы будем буквально через, наверное, секунд 30 минут в самой высокой точке. А если посмотреть на здание бизнес-центров, то мы все равно находимся ниже них. Особенно это заметно по зданию в виде пирамиды, которая... Блин, ладно, сними-ка, птица. Только что очень красиво, вон она подлетает к другой кабинке и прямо над ней планирует. Ну, вот, наверное, ему самый верх. Причем птица ворона, кабина, да, ниже нас, и та тоже ниже. То есть мы сейчас на самом верху.
Смотри, вон села на кабину. Вижу. Так дело. Чувствуешь, как она периодически произменяет? Да. А здесь что-то подумает, а вот это борода вот эти игры. Вот, посмотри. Что, сколько времени уже прошло? Случай аварии. Не было. Да, 7 минут садились, сейчас мы видим минуты через 2-3 мы будем. Отец как не умеет, а знаешь, если не знаю, не знаю, Не мутите. Видишь, он английский не знает, но понять не знает. Они чистые. А ты не нажимай, это же не надо. Что специально? Да, Марик, Сара, помыслил. Спасибо. Вот такая, давай.